Послание президента народу открывает большие возможности для молодежи, считают казахстанские студенты британских вузов. В одном из ведущих университетов королевства состоялась дискуссия на тему дальнейшего развития нашей страны и вкладе подрастающего поколения в реализацию поставленных задач. Мнение выслушала Белла Кудайбергенова. Послание главы государства было встречено ребятами с большим энтузиазмом. Некоторые присоединились к обсуждению онлайн. Многие рассматривают его как своевременную и оперативную реакцию на быстро меняющиеся реалии современного мира. Верят, что Казахстан имеет исторический шанс занять передовые позиции в новой архитектуре мира. Диас Кушербаев, будущий юрист-международник из Шымкента, говорит, что новая экономическая политика Нурлы-Жол даст возможность не только оставаться на плаву, но и продолжать полномасштабное развитие, как это было в предыдущие годы. Особенно важным, по его мнению, является решение о дополнительном льготном кредитовании малого и среднего бизнеса для развития пищевой и химической промышленности, а также машиностроения и сферы услуг. Архитектура запомнилось и то, что мы находимся на пороге перемен, что именно сейчас складывается новая архитектура мира. Как говорил президент, нефть – это наш козырь. Если мы правильно ее используем, то достигнем многого. Интересно было и мнение Ернара Бахтиярова из Караганды. Он стипендиат гранта Булашах, изучает финансы и бизнес. До приезда в Англию работал в областном департаменте по развитию индустрии и инноваций. По его словам, сильная сторона новейшей экономической политики в том, что она опирается на уже существующий план инфраструктурного развития, в котором принимают участие около 100 зарубежных компаний. То, что мы здесь находимся, дает нам возможность не только учиться, но и налаживать деловые контакты. У нас очень много делается для привлечения иностранного капитала и технологий, и мы можем содействовать деятельности наших институтов развития. Конечно, очень позитивное у всех настроение. Все горят вернуться назад в Казахстан, начать бизнес. Вы знаете, быть одним из первых. Британия одна из самых популярных стран, где предпочитают получать образование казахстанцы. Всего здесь около 4000 наших студентов. Альбион – крупнейший деловой партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами в этом году превысил отметку в 1 миллиард долларов. Белла Кудайбергенова, графство Уорикшир, Великобритания.